Jaunimas nuo 16 iki 19 metų, mokantis klaidžiai išreikšti savo mintis, turėjo galimybę išbandyti save, savo rašytojų sugebėjimus ir parungtyniauti su kitais mokiniais už nugalėtojo vardą nominacijoje publikacija. Следующая номинация была предложена еженедельником «Обзор». Талантливые ребята от 16 до 19 лет, умеющие красиво излагать свои мысли, могли испробовать свои писательские способности и побороться за победу в номинации «Публикация». Savaitraščio «Обзор» номинацию с публикацией с обдаваноймой. Квечамас Savaitraščio «Обзор» обжвальгенинкас Альгердас Плукис. Для награждения в номинации «Публикация», организованная с еженедельником «Обзор», приглашается обозреватель еженедельника «Обзор» Альгердас Плукис. Ir kas gi tapo nugalėtoju? Nugalėtoju mokinių, sugebėjusių geriausiai atskleisti užduoties temą, tapo Agnija Podmostka. Победителем этой номинации стала Агния Подмостка. Sveikiname nugalėtoją aplodismentais. Поздравляем победителя аплодисментами. Агния вручается. Я бы хотел одно замечание сделать. Не замечание, а просто несколько слов. Вопрос дискриминация, может быть, он многим непонятен, он маленький мальчики, это вообще-то в принципе обида. Обида и справедливость. Вот. И каждый малыш поймет, что такое обида и что такое справедливость. Так вот, как раз я вот хочу сказать, потому что здесь уже касается нас, журналистов, а я все-таки, ну, возраст мой солидный, журналист-международник «Обзора», значит, езжу по России, по другим странам пишу. Несколько книг у меня, значит, выпущены 4 книги в Казахстане, сейчас 3 книги в Москве. 2 книги здесь в Литве уже издал. Самое главное, вот в работе Агнии подмечено, а подмечать нам, газетчикам, нужно ежедневно. Едешь, видишь и в автобусе, видишь в магазинах, видишь в школах. И вот Агния очень интересно подметила русские школы, русские коллективы в школах и других. Она сравнивает, понимаете, анализ дан. Просто она умница. И вообще все пытаетесь писать. Вы же сочинения пишете, по-моему, письма кому-то пишете. Всегда задумываетесь и какие-то примеры приводите. Что вам нравится, что вам не нравится. Стихи какие-то, Есенина, там, Блока или одним словом. Она молодец, поэтому мы дарим ей книгу «Города России», значит, похвальные грамоту. И дай Бог тебе здоровья, успехов на нашей трудной журналистской среде. От газеты «Обзор» подарки и от ассоциации кинотеатра «Мультикино» и Организации Объединенных Наций. К нашему празднику присоединились члены правительства Литовской Республики, Сейма, прошу прощения, Сейма Сергей и Лариса Дмитриевы. Предоставляем слово. Вручать? Нет? Ну, это не сразу? Или может. Я тогда хочу поздравить вас с таким знаменательным мероприятием. И надеюсь, что помимо Сейма и правительства наше будет. У нас такая предоставится возможность. Благо у нас достаточно активные все избиратели. Ну что можно сказать? Я думаю, что все то, что происходит сегодня у нас в области вот, по линии общественных организаций, молодежных организаций, это то, что необходимо нам, в принципе, развивать и сохранять. Это очень важно. Будучи политиком и людьми, которые представляют сегодня нашу общину, это, наверное, большой подарок для нас. То есть мы понимаем теперь, что мы, за что мы боремся, что мы отстаиваем и будем отстаивать. Поэтому
Я счастлив и еще раз хочу вас поздравить. Ну и вот наши пожелания мы зачтем. Или это будет уже следующий этап, да? Следующий. Так вот, да, от меня вот приветствие, теперь передаю слово Ларисе. А я хочу сказать вам, как замечательно, когда мы все вместе, когда мы знаем, вот нам, таким уже политикам, которые имеют определенный стаж в этом нашем политическом деле, я теперь знаю, что есть вы, которые понимают, зачем мы живем, как нужно сожительствовать в этом трудном нашем мире. Так что спасибо вам, что вы есть. Спасибо вам за то, что вы участвовали. Спасибо вашим родителям, учителям, всем тем, кто помог вам именно вот в этом конкурсе. Спасибо организаторам. Оксана, правда, такая сейчас вдруг дурацкая ситуация, как будто кто-то что-то, мы так как-то и еще сами не разобрались. Но я думаю, что когда мы все вместе, у нас все получится. С праздником вас! Džiugu, kad mes turime jaunimą, mokantį žodžiais paveikti žmonės, priversti susimastyti apie savo gyvenimą. Bet yra dar viena stipri priemonė, kurios dėka žmonės išreiškia jausmus, tuo tarpu paveikdami žiūrovus. Tai šokis. Radosna, što naša maladėž может при помощи слова воздействовать на людей, заставить их задуматься о своей жизни. Однако не стоит забывать, что помимо искусства слова, есть искусство танца, которое не менее сильно способно завивать сердца людей. Kviečiame jūs pasimėgauti paukščių šokių, kurį atliks Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos mokiniai kolektyvo.